За окном снегопад, а в отделении социальной реабилитации, абилитации людей с инвалидностью атмосфера самая что ни на есть теплая. Кто-то занят шитьем, кто-то осваивает азы компьютерной грамотности. На втором этаже небольшой концерт, а на кухне полным ходом идет приготовление красного борща. Это любимое блюдо. Скоро все вместе сядут за стол. За годы те, кто посещает это отделение, стали одной большой семьей. Вместе переживают и радости, и неприятности, отмечают дни рождения, сыграли даже несколько свадеб. Сочувствуют друг другу, если возникают какие-то проблемы, а главное, именно здесь они себя ощущают частью социума. Здесь они нужны и важны. Все знали наше отделение как отделение дневного пребывания для людей с инвалидностью, но с 1 апреля наше отделение немножко переорганизовалось. В принципе, работа наша не изменилась, добавилась, но это уже приятно, потому что мы реально можем видеть свои результаты. У нас отделение сейчас называется «Социальная реабилитация, абилитация людей с инвалидностью». Ребята как приходили к нам ежедневно, посещают отделение, так и приходят, но у нас немножко изменилось направление нашей деятельности. Хорошо, что у нас в штатном расписании появился социальный работник, который все-таки уже появляется у наших ребят возможность, если трудно добираться до нашего отделения, то она оказывает им содействие. Это большой плюс в нашей работе. Плюс также у нас появилась новая такая функция, как услуга персонального ассистента. Услуга на данный день очень востребована, потому что этой услугой пользуются люди с инвалидностью по зрению и с умственными нарушениями, интеллектуальными. Бытовые навыки и творчество как основные составляющие реабилитации. У каждого воспитанника свой характер, свой диагноз, свои проблемы. Задача коллектива – помочь адаптироваться в социуме. Поэтому экскурсии, участие в фестивалях, концертах – это неотъемлемая часть деятельности, которая дает свой результат. Само слово «реабилитация» – оно такое многозначное, но в нашем случае, конечно же, это не медицинская реабилитация, а реабилитация вообще приобщение к жизни, к условиям жизни, чтобы они все знания и навыки, которые они здесь получают, могли использовать в повседневной своей жизни. Но я думаю, у нас получается, потому что результат налицо. Среди наших ребят мы видим много открытых уже вновь талантов, видим вообще новые способности, которые бы они хотели бы дальше развивать. Не так давно отделение отметило свое 15-летие. Были гости, были подарки. За спонсорскую помощь приобрели сенсорный стол. Также вскоре появится теннисный стол и аэрохоккей, что весьма разнообразит будни. В отделении занимаются 50 человек, а всего в Мозырском районе свыше 6 тысяч людей с инвалидностью. Для них предусмотрена различного рода помощь. Мы занимаемся социальной реабилитацией, абилитацией людей с инвалидностью. Основная наша задача территориального центра – это оказание социальных услуг, а также их социализация людей с инвалидностью, обучение их навыкам самостоятельной жизни, самообслуживания для тех, кто уже в силу возраста, состояния здоровья не может самостоятельно себя обслуживать и проживать. В домашних условиях для этих людей существуют стационарные учреждения социального обслуживания, такие как дома-интернаты. Территориальный центр оказывает различные социальные услуги. Самым большим нашим отделением является отделение социальной помощи на дому. Оказывают услуги социальные работники, няни, сиделки. Территориальный центр, он постоянно развивается с учетом новых желаний, потребностей людей. И, в общем-то, мы нацелены на то, чтобы максимально охватить своими услугами всех нуждающихся граждан. Воспитанники отделения сейчас в напряженно-радостном настроении. Активно готовятся к концерту, который пройдет 1 декабря в театре. Оттачивают номера, продумывают костюмы, чтобы максимально продемонстрировать все, чему они здесь научились. Виктория Синицкая, Вячеслав Пересыпкин, телеканал «Мозырь».